Протяженность реки Бельсу, кто говорит, 80 километров, 175. Ну, нам примерно пройти, наверное, около 50, наверное, так. И каждый поворот очень похож друг на друга. Ну, то есть растительность природы именно вот, вот этим подъемами гор. Так. Сергей трек пишет, это мне надо точку поставить похода. Ну там хорошо прошли вот это, ну нормально, без этих. Я не знаю, как у вас работает это. Нет, ну чтобы во время прохода я уже свободно была. Смотри, так же, как на этом, на туманном, да? Похоже, один за одним повороты. Они прям одинаковые. Но река уже полноводная, здесь нормально там. Мы сразу, когда вышли, не в ту протоку пошли. Вы-то как боком-боком, а мы по камням пошли скакать, вытаскивать. На руках вытягивали. Да? Ну. Да, мы тоже здесь засели маленькие, не упрямо. Замешкались. Ты точку хочешь прикрепить? Побью его. Хорошо. Мы стоим, да, 550? Вот здесь. А еще горы. Ну, не знаю, вот метров 200-300. Вот это же интереснее, чем лежать на диване. За 100%? Так, ну что, заходим? Заходим. Так, ладно, камера работает. Все. Я вот не знаю, знаешь, если встать вот там на Туманном, там как бы хорошее место. Вот мы туда, куда на машине подъезжаем. Но если имеются эти пороги, то одни проходим и до вторых да, не дойти. Да, и до вторых не дойти. Там поляна хорошая, ну, в принципе, дров можно насобирать по берегу. Да, Туман, да. Да, вот смотри, вот, вот такой же вот берег. Что, с дровами, со всей этой ерундой. И поляны хорошие. Палатки есть куда поставить, да? Ну на сам Туманный, я не знаю, смысл есть там, там, ну пустые такие вот, заросли, все. Все равно какое-то открытое место все интересное. Ну, что-то воды не далеко. Не, вода там рядом, тут вообще, да, на Поднебесной. Лишний раз спускаться. На мой берег. Все, не успели. Все нормально, хорошо.
Вера, Вера. Трекер стороночку пока. У нас как бы голова, ноги. Камень. Давай сюда, к берегу к моему. Гребем, гребем, гребем. Прошли. Раз, два, три. Опа! Снимал, снимал все. Обалденно. Хорошо, да? Слив такой. У кого работа, у кого отдых? Здесь ураган прошел, по-моему.